В Караганде число пострадавших детей из Центра оказания специальных социальных услуг увеличилось до 14. Ранее сообщалось о 12 отравившихся. Один ребенок скончался. Предварительная причина смерти – дыхательная сердечная недостаточность, заявила на брифинге в Караганде министр здравоохранения Ажар Гиният. 6 детей находятся в реанимации. Состояние 2 из них крайне тяжелое. Самочувствие остальных детей удовлетворительное, говорят врачи. У пострадавших выражена интоксикация и дыхательная недостаточность. В центре, где произошло массовое отравление, содержится 160 детей с инвалидностью. В основном это сироты или дети, от которых отказались родители. После ЧП в государственном соцучреждении от занимаемой должности отстранены исполняющие обязанности директора и 12 медработников центра. Сейчас за подопечными наблюдают прикомандированные специалисты. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил». Расследование причин случившегося ведут спецпрокуроры. Известно, что тошноту и головокружение дети почувствовали накануне практически одновременно. Дети поступили с диагнозом пищевое отравление под вопросом. Предварительно первые анализы на какие-то кишечные инфекции дают отрицательный результат. Почему и из-за чего у детей такое тяжелое состояние? На сегодняшний день врачи разбираются.